Итак, всем привет, дорогие друзья. Знаете, поиграл я в эти ваши карты. И что я могу сказать? Заебись. Четко. Если честно, достаточно неплохо. Я ожидала хуже. Но и не настолько хорошо, не прям вау. Просто пойдет, наверное. Не знаю, но из плюсов точно что-то новое в Genshin, не только фармить. Что-то здесь ты просто играешь, как больше отдых, развлечения. И еще ты можешь играть с другими игроками. Из минуса определенно то, что это не динамично. Я не знаю, наверное, кому-то это нравится, но точно не мне. Потому что ты просто сидишь в картах и, не знаю, как в реальной жизни прям. Ничего не происходит. И плюс это пошаговая боевка, мне тоже не очень заходит. Я люблю уворачиваться, там дождь, какие-то фишечки, пентиклюшечки и все такое. А тут такое, сидишь, ждешь, пока тебя ударят, бьешь. Еще не было того, что я, наверное, хотела бы от карт, что есть в реальной жизни. Мы не можем делать ставки и проигрывать. Тогда, конечно, можно было сказать, блин, я хому свою проиграл, потому-то в картах. Эй, так обидно, или... Прости, Калик, я тебя проиграл в карты, теперь ты не мой персонаж. Ладно, наверное, было бы немножко по-другому, но... И ставки, наверное, были бы немножко другие, там, может, Примагема или Мору хотя бы ставили. Тогда бы, знаете, ощущалась какая-то такая напряженность, был бы больше интерес к этим картам. Если там, допустим, ставят один участник миллион Моры и второй участник миллион Моры, и вы такие вдвоем... Ух, Мора. В принципе, ничего страшного, если проиграешь, а с другой стороны. Блин, это же целый миллион Моры. Можно же столько всего сделать для него, там. Прокачать 10-й талант, и все, что там, артефакты прокачать. То есть, было бы интереснее. Но этого нет, к сожалению. Но еще мне понравилось, что мы можем получить абсолютно любого персонажа, которого захотим. Без этой гребаной гачи, которая есть в Геншине, которую мы всегда любим. Это не как артефакты, не как молитвы с персонажами. Ты просто вызываешь персонажа на бой, побеждаешь, и вот у тебя уже есть эта карточка, можешь играть. Пожалуйста, в свое удовольствие. Было бы очень классно, если бы так было с реальными персонажами. Наверное, Genshin тогда не стал такой успешной и многозарабатывающей игрой. А в целом неплохо. Говорят мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па! Завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Короля карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет жить накрыто, карты правду говорят. А на этом все. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч.